Всем доброго времени суток. Меня зовут Илья Федченко. Мне посчастливилось быть внуком и являться внуком двух дедов. Один отец папин, Федченко Николай Михайлович, 19-го года рождения, и мамин папа Бессонов Илья Васильевич, тоже 19-го года рождения. Оба они участвовали во Второй мировой войне. Бессонов Илья Васильевич воевал в Великую Отечественную, в европейской части нашей большой родины. Федченко Николай Михайлович участвовал в боях в Дальневосточном регионе в советско-японской войне в Маньчжурии и на Сахалине. Мне посчастливилось их видеть, знать. Оба они умерли в 1991 году. Это, конечно, наша история, наша жизнь. Что касаемо военных песен, они также отражают все те события, чувства, надежды, потери. В общем, все то человеческое состояние души, проникнутое всеми ощущениями военного времени. Поэтому, конечно, нельзя забывать военные песни. Одна из моих любимых песен – «Эх, дороги». Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а вокруг бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной.